Этим парням кажутся любые тяжести по плечу. И все-таки определить нужно самого сильного и спортивного из 6 взводов военно-учебного центра. Шикарно. Такой заряд адреналина редко когда получаешь, особенно на военке. А следом подтягивания на перекладине и эстафета с противотанковыми минами. Часть нормативов курсанты выполнили на прошлой неделе. На скорость собирали-разбирали автомат Калашникова, соревновались в стрельбе и надевании защитного костюма. Взвод-победитель получает кубок и, конечно же, признание педагогов-полковников. Такие мероприятия, когда в виде соревнований проводятся, ну, конечно, это стимулирует студентов. Они стараются быть лучшими, завоевать призовые места. Поэтому в армии, как говорится, если отдых, то активность, и праздник, то спортивный. Для них это праздник. Военно-учебный центр при ЛГТУ сегодня – это около 700 курсантов. К слову, вуз в этом плане уникален. Вместе с основной технической специальностью студенты могут получить и военную. Из стен вуза они выходят уже офицерами и зачисляются в запас. Анара Шагирова, Алексей Фризин. День с толком.